Вот это отдача. 192 метра в секунду, пули весом 5 грамм. Всем привет, друзьям и подписчикам канала Охотник.нет. У нас сегодня три PSP пистолета, точнее два PSP. Один у нас матчевый из Араки, он мультикомпрессионный. Будет ссылка на обзор полный про этот пистолет. Прям уж очень сильно технические характеристики мы рассказывать не будем. Просто покажем наши супер PSP пистолеты и что можно вообще выбрать сейчас на рынке, кроме как российские какие-то пистолеты или самодельные, или турецкие, там, Крал Хатсан. Начну я, пожалуй, с такого, скажем, одного из флагманов. Это Вайраух HW44. Суперский пистолет. Он сделан на базе винтовки Вайраух HW110. Имеет открытые прицельные приспособления, отличную эргономичную рукоять, и его хватает примерно на 15 выстрелов. Этот пистолет у нас в калибре 5,5. Громкий пистолет довольно, без модератора. Модератор тоже можно приобрести, он идет отдельно. Пистолет не дешевый, манометр оригинальной фирмы Вайраух. Точнее, фирмы Вика, но на котором написано Вайраух, это я вам по секрету скажу. Вот. Здесь не автоматический предохранитель, то есть, когда хотите, тогда и ставите. Рукоять весьма необычная. Кому-то может не подойти, я думаю. То есть, все-таки у этого пистолета есть минусы. Здесь планка Вивер. То есть можно поставить коллиматор или маленький оптический прицел. Все-таки пистолет больше для плинкинга, для развлекательной такой стрельбы. Но показать спортивный результат с него, я думаю, труда не составит. Прикольный пистолет. Не чувствуется совершенно отдача при довольно высокой мощности. Кстати, заправлялся он портативным компрессором. И поскольку у этих двух пистолетов малюсенькие резервуары, крайне быстро идет заправка. Это у нас Иваникс, Рекс, Монстр и калибр у него монстрящий. Вот, далее. Вот такой вот у нас пистолет. Подлиннее, рукоятка регулируется, дальше ближе, сейчас мы ее не поставили, взвод тоже типа как скоба Генри, мощь, не скажу какой калибр в очередной раз, здесь вот такой флажок, его сгибаем и производим выстрел. Отдача, блин, в руку очень сильная. Единственный минус этого пистолета, что он однозарядный. То есть каждый раз приходится вам его перезаряжать. Модератор поставить можно, но это будет уже что-то длинное. Здесь есть планка Вивер у этого пистолета предусмотренного. Она большая, удобная. Можно поставить оптический прицел с большим удалением зрачка для стрельбы с вытянутой руки. Вот. В общем, этот пистолет на самом деле супер. И его огромный плюс – это мультикалиберность. То есть можно выбрать потрясающий калибр. Вы сами удивитесь, какие существуют калибры пневматических пистолетов. Следующий пистолет у нас не совсем в этой тематике, но все равно он очень популярный. Это Зараки. Турецкий спортивный пистолет Зараки. Вот такой вот. Он не PSP, это мультикомпрессионный пистолет. Очень необычно он заряжается. Здесь есть такой компрессор, чтобы получить давление в нем и энергетику, нужно сделать несколько раз возвратно-поступательные движения. Теперь можно заправить туда пульку. Это калибр 4,5. Захлопнуть. Предохранитель автоматический. Флажок нужно вывести вперед и выстрелить. Ну, весьма, кстати, удобный.
Я бы сказал, по рукояти, поскольку это спортивный пистолет, он удобней и Ваникса, и Вайраука. В руке лежит он очень удобно, особенно с задней поддержкой. У него также есть открытые прицельные приспособления. Светящаяся мушка, которую очень хорошо видно. Открытые прицельные здесь, вне всяких сомнений, очень хорошие. Две планочки вивер, ну, одна такая плоская, например, под коллиматор. Сюда можно ЛЦУ, например, поставить. Вот, классный пистолет, бывает в двух калибрах 4,5 и 5,5. Отличная машинка рабочая, с учетом того, что он еще и стоит в несколько раз дешевле представленных до этого пистолетов, он пользуется популярностью. Кстати, есть два таких пистолета, есть HP Ultra и HP Light. У нас HP Ultra, это, можно сказать, high power, то есть пистолет с максимальной мощностью, и по длине он на 7 сантиметров, если не ошибаюсь, длиннее, чем Light. Вот. То есть такого пистолета можно уже пострелять на приличное расстояние. Вот. Напомню, как он заводится. Я думаю, кого-то это оттолкнет. HP Light взводится, максимальное давление в камере достигается двумя такими качками, HP Ultra четырьмя. Вот мы получили максимальную мощность. Отводим вот этот флажок и производим выстрел. Кстати говоря, надо обязательно стрельнуть в хронограф. Смотрите, что получится. Не сработал хронограф, сейчас все сделаем заново. На самом деле весьма трудоемкая вот эта процедура для того, чтобы совершить один выстрел. Вот, но пистолет классный, очень удобный. 202 метра в секунду у нас получилось пули. 0,67, то есть прилично, мощнее, чем Аникс, например. Сейчас выстрелим из Вайрауха. Пули мы на этот раз используем 0,9. Ну и сейчас посмотрим, что там получится у нас. Что ж ты не срабатываешь? Наверное, батарейки садятся. Не хочет. Ни в какую. Ну, тут уже посерьезнее результат. 229 метров в секунду. Пулей 0,9 RS Jumbo фирмы JSB. Ну, сейчас время пришло для монстра. Пуля весом 5 граммов. Мощь. Вот это отдача. 192 метра в секунду пули весом 5 грамм. Не, ну этот пистолет вообще мне в целом больше всего нравится. Все PSP пистолеты, зараки, спортивные пистолеты можно купить в Охотник.нет.